Вас, Наталья, приветствую вас сердечно. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, как ваша фамилия, где вы находитесь, как там погода? Здравствуйте, Хасан Магомедович. Меня зовут Наталья Блазнова. Нахожусь я в Алтайском крае, это город Бийск. Погода у нас дождливая. В общем-то, солнце выглядывало, сейчас вроде опять дождь пытается собраться. Настоящее лето, как раньше, да? Да. Знаете, вопросы какие-то у нас есть или темы для беседы? Что вы хотели сказать про школу? Вы же преподаватель, да? Да. Да, я просто хотела поделиться своими мыслями и тем, как я применяю и ключ, и принципы ключа в своей работе. Я хочу сказать, что ключ, он и универсальный, и еще будет применяться, наверное, в разных сферах. И вот открывать, наверное, его будут люди, если будут применять из разных сфер. Вот я преподаватель русского языка. И для себя я, когда вот сама начала ключом заниматься, пользоваться и там исцеляться, я даже в своей работе увидела пользу этого метода и его принципов. А также вот я увидела, как можно эти принципы в своей работе не только применять, а даже свою работу понимать через эти принципы. Например, мы с детьми много пишем, стараюсь, чтобы они много писали сочинений собственных, высказываний каких-то своих, там, не знаю, рассказы писали. Или если мы изучаем какую-то тему, писали примеры со словами или там с конструкциями, которые изучаем. И вдруг я поняла, я им говорю, знаете, вот поиск собственного слова в предложении, вы же подбираете, чтобы донести мысль, поиск каких-то слов, смыслов, для вас потом скажется в том, что вы будете уметь, ну вот это вот поисковая активность и в жизни, выйти из какой-то ситуации, разрешить какую-то проблему. То есть вот это... Я узнаю тон преподавателя, да. Извините, а в каком классе вы преподаете? Какие дети у вас, какого возраста? Ну, я, скажем так, работаю в сфере частного образования, я не из школы, поэтому у меня вот степень свободы это как раз довольно высокая, приходят, обращаются дети, которым нужно помочь с русским языком, есть опыт подготовки у меня, КИКОГЭ. Русский язык преподаете, да. Да. У меня мама была тоже, она была деканом филологического факультета 20 лет, русский язык, советскую литературу преподавала. Ну вот я тоже филфак закончила. Да, ну, конечно, это уже профдеформация, когда речь такая может быть. Нет, это нормально, вы очень хорошо говорите. Спасибо, что я так говорю, оценку делаю, но я не преподаватель. Но все-таки мне понравилось, извините, что я так прямо говорю. Так говорить. Да, ну, смотрите, вот вообще в школе есть уроки развития речи. Например, там несколько занятий грамматику дети изучают, а потом сочинение, там изложение, это развитие речи. А я подумала и даже иногда детям говорю, вы знаете, а до этого это что? Разве это не развитие речи? Почему-то формы, вот когда дети сами что-то пишут, называются отдельным, ну, разделом развития речи. Но так же не бывает. Мы же каждый день говорим, мы же каждый день читаем, общаемся. А сейчас это что? То есть развивать речь мы должны самой жизнью, то есть любым контактом друг с другом, с миром. И поэтому я вот больше акцент делаю на такие продуктивные работы, когда ребенок сам что-то пишет. И что я заметила? Детям это, во-первых, очень нравится, и не особо в школе, может быть, и, как сказать, ну, интересно, не то, что интересно, а даже есть на это время, вот узнать мир ребенка. На это, наверное, в школе, ну, вот программа, она как бы
задает рамки, а когда ребенку раскрыться, как, есть ли, много ли таких вот форм, где ребенок, ну, спрашивают мнение ребенка. И я вот как раз вот стараюсь акцента на этом делать. В их сочинениях, знаете, они раскрываются, и я могу даже стиль одного ребенка отличить от другого. Это как раз тоже вот ваш принцип. Вы, я тут последние ролики какой-то из них смотрела. Каждый человек творец. И иногда сочинение ребенка настолько интересное и глубокое, что вот прям шедевр в культуре, ведь такого текста не было до того, как вот он написал этот текст. Интересно, да. Да, и еще, что касается, вы говорите, вот повторяющиеся движения снимают напряжение. Знаете, хочу поделиться, может быть, и у меня какие-то отключат уже творческие способности, тоже раскрываются. Знаете, таким наблюдением речь, она уже нам принадлежит, то есть в ней уже содержится вот это вот повторяющийся элемент в виде 33 букв. То есть мы обречены на повторение. Понимаете? Потому что мы каждый раз, мы всего лишь 33 буквы алфавита используем. И точно так же звуки. То есть даже дети, вот мама, баба, папа, они же очень такие повторяющиеся, вот эти первые звуки ребенка. И он сразу попадает вот, вот в эту среду повторяющихся звуков. Да, конечно. Да. То есть получается, что наша речь – это вот тот, может быть, один из базовых элементов снятия напряжения через... Вот мы с Романом Газенко будем делать вебинар, вот этот надо будет момент, именно вот вы как педагог можете там сказать, который с речью с детьми разговариваете по филологии. Как раз это интересные наблюдения ваши, практические, практические. У вас, наверное, в этой части есть какие-то наблюдения интересные, кроме того, что вы сказали, и какие-то пожелания какие-то есть, наверное, чтобы это еще было интереснее, чтобы еще было лучше в школе вашей, допустим. Вы там как получается? У вас сколько детей вот вы занимаетесь? Это группа какая? Ну, разного объема группы. И два есть человека, и один индивидуальный, и группы там 3, 4, 5 детей. То есть это дополнительное образование. Дополнительное, да. Требуется, ну, да. Репетитор, скажем, кому требуется. Вот. Поэтому разные возрасты тоже. Ну вот у каждого возраста, знаете, вот я наблюдаю с малышами, с ними интересно, потому что они еще открыты к языку, они, им очень нравится, когда они пишут какие-то вот собственные тексты. И иногда была реакция, что ну опять что-то там пишем, а потом они привыкают, им это очень нравится. И наблюдения-то мои какие? Во-первых, знаете, стабилизируется почерк. Вот от того, что, опять же, 33 буквы, мы обречены писать все время одни и те же буквы. И когда ты очень долго пишешь, идет вот эта вот моторика, руки подключается. И мы я не даю там каллиграфию или исправлять почерк, не пытаюсь. А он почему-то стабилизируется, понимаете? Он становится более чистым, таким ровным. Да. Как-то вот от этого... Вот... Ритмизируется, ну, да, конечно, навыки появляются, они, да, я понимаю. Почему вот, допустим, пишут дневники, да? Потому что вот ты выписался, да, выговорился, ты вот этот ритм букв этих прошел, и ты сбросил это напряжение. Вот. Еще... Важный момент. Вы сейчас отметили, что у нас есть проговаривание, выговаривание, распевание, пропевание, сброс напряжения через это. И есть у нас еще вот как в психоанализе выговаривание такое, когда поточное выговаривание. Когда между словами нету дистанции. Целая методика есть такая у меня, разгрузка. И вот есть еще автописьмо. Это давно придумано, это не я придумал, но оно как раз-таки вот сейчас сказать уместно об этом, что выговаривание на автомате,
когда эмоции хлещут, когда человек выговаривается в потоке выговаривается, то же самое автописьмо. Просто это никогда вот между собой как бы не сопоставляли. Потому что автописьмо к одной области относится, выговаривание к другой области, а психоанализ к третьей. На самом деле это одно и то же, все. В разных формах выражения. Вот вы выговаривали. Вот интересно, какой бы вы задали вопрос Роману нашему Козенко, такой вот, чтобы для всех было так интересно, именно в связи с детьми, чтобы он сказал. Я надеюсь, он найдет, что сказать, потому что у него же свои дети, которых он обучает. Ну, невольно, как папа обучает. Ну, куда же денешься? И вот как, что он там делает, какими способами, да? Ну, мне вот, да, интересно было бы, чтобы он своими поделился тоже наблюдениями. И я вот еще какой момент хочу сказать. Да, вот почему он сам по... Интерес вот у него откуда проснулся к словам, как он своим детям прививал. Может быть, у него есть какие-то интуитивные, а может быть, и найденные методические, может быть, какие-то ходы. Ну, пусть не так громко сказано, но какие-то вот ходы. Может, потому что у нас же там и мамы, папы, бабушки, дедушки смотрят. Может быть, что-то тоже простое, доступное применят. Я вот... Хотела еще, там в письме тоже вам написала, и хотела такой момент сказать по поводу словарного запаса детей, ну и вообще нашего, людей, словарного запаса. Я тоже заметила, что когда очень у нас ограниченный словарный запас, то мы как бы мир видим вот в этом туннеле, того словарного запаса, который у нас есть. Был у меня момент, когда мы с детьми, ну, что-то вот в окно, вот посмотрите, что вы видите, и вот они, ну, дерево, растет куст, и все. А где же, может быть, там на фоне неба, почему вы не заметили, что это все на фоне чего-то, что он растет, прорываясь через другие там деревья, кусты. То есть где, говорю, это метафоричность, где это образность? А раз ты это словами не описал, то значит ты этого, по большому счету, не заметил. А значит ты вот увидел вот мир сейчас вот таким. Вот просто. И когда мы расширяем свой словарный запас с детьми или там сами, мне кажется, что мы расширяем, ну, инструментарий приобретаем для понимания мира, для видения его, для действия в нем. И, я сейчас вспомнил, для меня было большое удивление, когда человек приехал к нам в Махачкалу, я тогда в Махачкале был все время, из Польши, по-моему. Приехал, ну, он пожилой человек, в гостях был. И вот мы с ним пили чай, и в какой-то момент он вдруг, когда я ему что-то сказал, он мне ответил таким вопросом: «Что вы говорите?» А для меня это было так необычно, потому что я этой фразы вообще не употреблял никогда. И у нас там не было принято в Махачкале так говорить: «Что вы говорите?» Ну, то есть для меня это было новое. И потом я... заметил, что я подумал, а почему я до этой простой фразы никогда сам не додумывался? Я, значит, ее не слышал. То есть мы, по существу, начинаем использовать то, что мы услышали. Потому что если мы где-то не услышали, мы пользуемся именно тем, что мы услышали. И поэтому, чем больше мы слышим разных слов, разных вариантов выражений, поэтому, наверное, надо и читать Пушкина, и читать других классиков. У них много там разных слов. Это развивает. Поэтому, конечно, надо сейчас, чтобы дети читали. Но вот поднести им это надо. Вот так вот. Так хорошо поднести, чтобы им было интересно. Потому что я помню в школе, когда вот вы начали с этого, что там действительно регламент, урок там и так далее. Я помню в школе. Ну, как мне было бы интересно читать, допустим, в нашем возрасте, когда хочется читать другое, а мне, допустим, читать Толстого, моего любимого сейчас Толстого, Льва Николаевича. Да я его сейчас не читаю, потому что тяжело. Но я отдельные вещи читаю. Я его почему люблю? Потому что я отдельные вещи его читаю сам, которые мне интересны.
«Войну и мир» я не читал, потому что мне это неинтересно. Я как вижу вот это. Так. То же самое, наверное, все коммунисты капитал не читали. Марксизм. Ну как это вот, как это прочтешь и как это поймешь? Это же тяжелое. Потому что нам не в том возрасте это давали. Не так подавали. Вот этот момент, как объяснить, как правильно подавать, чтобы педагог зажигал, как говорится, глаголом, чтобы он включал интерес у детей. Ну, знаете, конечно, это вечная проблема, и сейчас проблема. И я могу тоже по своему опыту сказать следующее. Мы когда, например, даже с детьми, вот четвертый класс, я им даю поэзию Серебряного века, а не, ну, это то есть для них более высокая планка, но я на этот риск пошла. И знаете, оказывается, что если у ребенка спросить, если с ним такую поэзию, например, начать обсуждать, то получается вот что. Они все равно какие-то знания оттуда, то есть они что-то чувствуют и даже выдают такое, что и ты даже не предполагал, как взрослый человек. Наверное, с ними нужно углубляться в это и не бояться. И вот как раз метод «Ключ» здесь тоже работает. Мы как-то с детьми брали стихотворение Гумилева, ну вот все помнят, может быть, «Жираф». Вот. И там я сказала им, вот какая строчка конкретно тебе понравилась. И вот две девочки. Одна отметила, что ей вот такая вот строчка понравилась, и мы ее обсудили по-своему, там про сказку, про царицу, про царя. Вот. А другая девочка, ей понравилась другая строчка. И я, зная их характер, я вижу, что я понимаю, почему они среагировали на это. Просто, может быть, вот спасет как раз под себя подобрать. Понимаете, способ подобрать под себя литературу, там, писателя, читать то, что интересно, и прорываться там. Это, конечно, огромный труд, понимать, это просто труд. Но когда ты начинаешь, может быть, с того, что тебе ближе, что тебе понятнее, ты быстрее это присваиваешь, и, может быть, тяга к познанию чего-то другого, она вот в тебе потом рождается, и ты берешь какой-то другой текст. Ну, вот я говорю, что я вижу только в том, что вот этот выход, ну, не знаю, спросить у ребенка, или что ты хочешь почитать, или из того, что ты предложил, спросить его отношение к чему-то, к слову, к строчке, и вот так потихонечку приучать к тому, что это для него строчка сейчас. А завтра он прочитает, и он отметит другую строчку. То есть, чтобы чтение было личностным. Личностным. Можно я вас спрошу? Вот сколько, например, у вас было в группе детей, чтобы вы так хорошо, как сейчас мне объясняете и рассказываете, что мне не хочется вас прерывать. Мне интересно. Вот сколько детей? Вот вы говорите, 3, 5. Я это не для того, чтобы стандарты такие обсуждать, какие должны быть в классе количество детей. Не для этого, а просто мне интересно. Вы со своим характером, вот именно с этой философией преподавания своего предмета, сколько бы для вас было бы оптимальное количество детей в вашем классе, ну, в группе там, единомоментно? Сколько? Ну, если для такой работы, скажем, как сейчас вы со мной, да, вот так, что мне было интересно, да. Мне трудно сказать, 10, может быть, 15, может быть, так. Это серьезно. Просто в основном группы небольшие, группы маленькие. Я понимаю, чем больше группы, тем сложнее. Ну, конечно, я понимаю. Я читала, знаете, уже воспоминания там писателей, значит, вот повлиял какой-то учитель там, да, на меня. И там были потоки, то есть это был университет, и в потоке там было много студентов. То есть, в принципе, наверное, хорошие ораторы и
хорошие преподаватели работают и на большую аудиторию. Вот. Нет, нет, они, конечно, могут. Есть лекторы, которые дивизии могут управлять, как говорится, ее в другую сторону управить. Двумя-тремя словами. Это другой вопрос. А я говорю, вот, чтобы с обратной связью, чтобы они включались, думали, это другое немножко. Ну, да. Ну, вот я и хочу сказать, что метод ключ еще в чем, я вот заметила. А в чем? Вот, что вы с ним там делаете? Да. Упражнения делаете или что вы делаете? Да, кстати, это я вот сказала про принципы, это все смежно, это, как говорится, мои выводы по поводу ключа. А теперь сам ключ. У меня был опыт, я когда вот сама уже это все поняла, мы с детьми прямо физически применяли сам ключ. Потому что, вы знаете, даже вот многие пишут, и учителя замечают, дети вообще очень застрессованные. А когда они пришли к нам, допустим, в класс, и мы пытаемся их чему-то учить, а вот у него, например, сегодня вот он там с сестренкой поругался, или там с мамой, да, а мы пытаемся вот его учить, этого ребенка, а у него стресс. И когда они приходили, я говорила... Ну, мы там начинали хлёст, я им говорила, вот вы сейчас делаете, вот что вы хотите. Некоторые ложились спать, кто-то на пол лёг, кто-то прыгал, бегал. Mm-hmm. То есть я им не говорила, что это ключ, просто вот, ну, дети не будут это слушать, там, третий, четвертый класс. Но я говорила, что это сейчас нужно, чтобы расслабиться. Вот, а иногда, я даже один раз спросила у них, что, а вот если у вас сейчас конкретно стресс, конкретно вот сейчас есть у вас какая-то проблема, которая сейчас у вас, ну, вас тревожит? Ну, в тот момент вроде все ответили нет. Мне кажется, как-то вот надо этот момент тоже учитывать, потому что разные дети, разная психика. Вы применили такую тактику, что вы детям просто сказали, делайте любые движения, что вам хочется. Кто хочет сесть, сидите. Кто хочет стоять, стойте. Кто хочет спать, спите. Делайте то, что вам хочется. То есть вы им так сказали, да? Да, я так сказала, потому что я это делала в начале занятия и в середине, но только не вот, знаете, отдельно, то есть или в начале, а на другом, допустим, занятии в середине, потому что я увидела, что уже они подустали, и надо, прям вижу, что или они сейчас сами лягут спать, если я им это... Я понял. Да. То есть принцип ключа у нас есть в определенной части, чтобы восстанавливаться. Делай только то, что тебе нравится. Не делай то, что тебе не нравится, не делай через силу, делай то, что нравится. Вот этот принцип вы применили, да, вот в каком-то участке урока? Ну, это очень хорошо. И они что делали? Ну, как вам сказали, делайте, что вам нравится. Что они делали? Ну, знаете, первые занятия у них вызывали, ну, небольшое как-то смущение. То есть у них, как и со словарным запасом, то есть у них не было чего делать, да? Да. То есть надо было им примеры привести, рассказать, или что вы сделали? Да, я им показала, говорю, я, например, сейчас хочу. Я прям к себе прислушалась и там что-то руками поделала. То есть у них был еще зажим в том, что им сейчас разрешили, да еще и делать то, что хотят. Вот. Ну, а потом я говорю, кто-то на пол лег, ну, это маленькая группа, там 3-4 человека, кто-то спать. А я вижу, что это по-честному. Если она хочет сейчас спать, ребенок, да, девочка, а я вот ее пытаюсь учить, то я, по крайней мере, как обратную связь увидела, что я, ну, буду это учитывать, этот момент, что ребенок, ну, тоже загнанный, может быть, там какие-то свои дела или не жизнь. У меня к вам действительно реальное предложение. У нас есть такая традиция, если меня захватывает собеседник, и это интересно, и я интуитивно чувствую нашу школу, нашу аудиторию, будут вопросы к вам или нет. Ну, я интуитивно, потому что я же уже школу эту давно веду. Если там появятся комменты, мне кажется, появятся с вопросами. Вы согласитесь, чтобы мы с вами не одну даже, а пару встреч таких сделали? Потому что мне очень интересно вот именно этот мир, потому что сейчас мне, во-первых, непонятно сегодня, о чем думают дети, и что они делают при обучении разным предметам, и
Было бы очень интересно понять. А вы очень интересно как-то. Вы как человек интересный, поэтому очень интересно. И можете вы нам рассказать потом пару наблюдений таких интересных и ответить на эти вопросы, которые, может быть, родители какие-то будут смотреть здесь это видео, да, и напишут комменты с вопросами. Найдете время? Да, конечно. Ну вот я хочу, да, чтобы тоже понаблюдали. Я тоже в стадии применения, да, у меня есть какой-то небольшой опыт. Я все, что знаю, конечно, расскажу. Я и говорю, что сам ключ, он еще не познан. Он должен в разных сферах применяться и делаться выводы. Ну, это очень хорошо, что вы сейчас сказали, что вы ключ вот не так применяли, что стройся, давай маши, давай делай вот это, не так. А вы именно, наблюдая за ними, сказали, делайте то, что... То есть вы принцип поняли. Вы принцип поняли и сказали, вот сейчас вот для того, чтобы, например, чтобы они немножко привели себя в порядок, именно сейчас там, сколько это минут, делайте то, что вам нравится. И объяснили им, что можно в принципе делать, чтобы они... Да, ну вот этот подход, вот это и есть то, что, чего я добиваюсь. Чтобы не шаблоны какие-то применять, а чтобы... И педагог, и спортсмены, и кто угодно, чтобы поняли сам смысл. А инструменты уже брали и правильно их применяли в зависимости от задачи и ситуации. Вот один маленький кусочек вы вот раскрыли. Спасибо вам большое. Да, да. Я, знаете, перестала, если ребенок задумался, есть такой вот, он сидит, и я смотрю, отключился, у меня группа и 10 человек, и вот побольше были. Смотрю, отключился. Даже кто-то спит. Я прям не подхожу. Она заснула. Прям вот, да. Потому что я вывод как бы научили. Я все понял. Вы знаете, был такой педагог, я читал, он там то ли в Одессе, то ли в Николаеве, ну, в каком-то городе. Он детей, которые вот так задумались, обычно же их, ты где? И он, а? Вот, он не разрешал их дергать. И они все были отличниками. А вот самое главное, что вот как-то найти такой стиль общения с детьми во время урока, чтобы и урок они постигали эффективно, и в то же время правильно атмосферу создать. Вот чтобы создать психологическую атмосферу педагога с детьми, вот там ключ нужен. Вот его инструменты и принципы, чтобы создать атмосферу. А, но преподает он, конечно, не ключ, а преподает свой предмет. Но именно в такой атмосфере. Вот это очень важно. Да, да. Спасибо, спасибо. Я, к сожалению, должен сейчас отключить связь. Да. И поскольку вы дали согласие. Поэтому спасибо вам. Спасибо. Я очень рад, что мы так хорошо поговорили. Давно я с преподавателем не разговаривал. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.